68 кустов сирени высадили сотрудники полярной опытной станции возле ледового дворца «Апатит-арена». Почему на этой территории потребовалось провести дополнительное озеленение, народному рассказал начальник отдела экологического контроля и природопользования Кировского филиала акционерного общества «Апатит» Максим Алентьев. Здесь работала техника зимой, когда чистили снег, и поэтому здесь часть саженцев была повреждена с техникой. В связи с этим как было принято решение и провести восстановление зеленой зоны. Отслеживать состояние 68 саженцев сирени, а также обеспечивать уход за ними на протяжении всего сезона будут работники ПАСВИР. Раз в неделю они намерены проверять, насколько хорошо адаптируются растения. И если потребуется, проведут дополнительный комплекс работ.